Починати будемо із ситуації з вагнерівцями на території Білорусі. Напередодні вже офіційні були повідомлення про те, що колони прибувають до цього наметового табору. Наскільки великою зараз є загроза? І як ви бачите, яка головна мета зараз знаходження на території Білорусі вагнерівців? Тому що цього тижня білоруське міністерство оборони заявляло про те, що вагнерівці нібито будуть займатися підготовками білоруських військовиків. Ну то отже, в цьому контексті так само хотілося б почути вашу оцінку, а наскільки це білоруські військовики взагалі сприйматимуть, коли вагнерівці проводитимуть їм якусь там підготовку? Белорусские силовики – это бесправные люди. Единственное, что они могут, это участвовать в разгонах мирных протестов. Но если говорить про внутренние войска, внешняя армия, скажем так, она ни разу не использовалась в боевых действиях, поэтому это тоже люди, которые, ну, не имеющие боевого опыта, наверное, они не могут быть настолько эффективными, как российские те же самые военные, которые приедут и будут их обучать. Действительно, белорусская пропаганда уже показала несколько роликов подобных учений, когда вагнеровцы только для регулярных белорусских войск, но и для людей с так называемого народного ополчения проводили какие-то инструктажи, обучения. Но опять, эта цель, наверное, не является основной, это скорее вот такая попытка обосновать нахождение вагнеровцев в Беларуси, что само по себе не очень вызывает положительные эмоции белорусского общества и тех же самых белорусских военных, как части белорусского общества. Так как для проведения обучения или инструктажа не обязательно присутствие нескольких тысяч, достаточно нескольких десятков инструкторов. И вот то, что выдает белорусская пропаганда, это попытка, ну, хоть как-то обосновать, зачем эти наемники, убийцы, головорезы будут находиться на нашей территории. До речі, а навіщо вагнерівці на території Білорусі? І для режиму Лукашенка це що? Це скоріше захист чи це загроза? Чи це контроль Росією того ж Лукашенка? Ну, как минимум, это плата за то, что Лукашенко во время разрешения внутреннего российского кризиса, вот этого неудачного мятежа, получил для себя дополнительные бонусы, как человек, спасший российскую элиту от тех угроз, которые могли нести вагнеровцы, двигаясь на Москву и, ну, в попытках там удержать какой-то контроль над российской территорией или сменить власть там. Это закончилось ничем, поэтому тяжело предполагать, что бы могло бы быть. Но тем не менее. И вот благодаря вот этому пиару дополнительному, в первую очередь, среди российских элит и, может быть, части российского общества, Лукашенко приходится нести оплату за то, что произошло. И эта оплата – это нахождение частей ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси, что само по себе для Лукашенко не является абсолютно положительным моментом, так как то, что головорезы, которые абсолютно неконтролируемые, как показала ситуация, не способны быть верными и преданными своему руководителю той страны, где они находятся. Ну, в той ситуации это была Россия, но то же самое можно говорить и про Беларусь. Для Лукашенко скорее головная боль. Поэтому вот существуют попытки оправдать их нахождение тем, что будут использоваться в качестве инструкторов для белорусской армии, или, допустим, это усилит как-то совместную группировку белорусско-российскую военную, которая, ну, обозначена ее создание уже достаточно давно, и вот в последнее время появилась информация, что ЧВК «Вагнер» станет частью этой совместной военной группировки. Но во всем остальном это просто дополнительные расходы на содержание, это фактор риска нестабильности внутренней угрозы, так как неизвестно, как себя поведут эти войска. Ну и также это дополнительные риски получения санкционного давления, усиления санкционного давления на режим Беларуси, благодаря тому, что он содержит международных террористов, что тоже признано многими странами. До речі, от ви згадали про цей пригожинський бунт, так, де зірка зійшла як рятівника Олександра Лукашенка.
так, самопроголошеного білоруського президента. Він, до речі, перші майже півтора тижні був досить активний, медійно активний, розповідав там про те, що відбувалося за лаштунками, як він рятував Росію, кому він телефонував, як він перемовлявся з тим самим Пригожиним. Потім він почав коментувати, там знаходиться Вагнер на території Білорусі чи не знаходиться. А потім якась така раптова медійна тиша. Це так здається, що це дзвіночок із Кремля, що, мовляв, ну дуже вже яскраво палає ця зірка Лукашенка, і потрібно трішечки бути стриманішим. От як ви це прокоментуєте? Да, действительно, відкритим текстом попросили заткнутися, коли зі сторони кремлівських пропагандистів пішли сливи інформації, що Пригожин то і не особо і хотів розмовляти з Лукашенко, і от все. Вся посредническая роль Лукашенко стала возможным только благодаря тому, что на Пригожина нашли рычаги давления внутри России и заставили общаться не напрямую с Путиным, что для последнего, наверное, тоже было определенной степени стрессово и, может быть, унизительно, а с таким посредником, как Лукашенко. И видя, что Лукашенко не сбавляет обороты, хоть первые дни ему поблагодарили его за это, признали его роль, но впоследствии стали указывать на его место. Поэтому эта риторика закончилась, но осталась головная боль в виде обязательств размещения ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси. Вот то, что сейчас происходит, вот создание лагеря под Осиповичами, недавно там была информация и фото, как сам Пригожин инспектировать этот лагерь и даже оставался на ночь. Это головной боль для Лукашенко, так как в белорусском обществе положительного отзыва подобное решение не находят. Все, кто знает, кто такие ЧВК «Вагнер», понимают, что это убийцы и головорезы. Их нахождение нежелательно на территории нашей страны. Ну и также, я думаю, что нет поддержки ни со стороны большинства белорусских военных и сторонников режима в том числе. И, ну и более того, вот это опасность попасть под усиление международных санкций благодаря содержанию подобных войск, подобных террористических, там, как уже было сказано, формирований на территории Беларуси.